Змею прямо у себя во дворе обнаружила жительница Копьева. Кадрами она поделилась в наших социальных мессенджерах. Подписчица подозревает, это ядовитый экземпляр, щитомордник, сколько точно. Хладнокровно греются на досках на солнышке, считать она не стала. Говорит, что боится приближаться к ним. Женщина просит забрать представителей присмыкающихся, пока храбрецов из числа односельчан не нашлось. Педагоги из Хакасии примут участие в региональном этапе Всероссийского форума классных руководителей. Он состоится 27 и 28 августа в Иркутске. Среди участников конкурса и учитель иностранных языков Абаканской школы номер 26 Валентина Доможакова. Всероссийский форум классных руководителей проводится ежегодно по поручению президента России. Он направлен на повышение социального и профессионального статуса и престижа педагогических специальностей. Пешком и на конях экологи пройдут тропами снежного барса. В Сайно-Шушенском заповеднике стартует природоохранная экспедиция. Инспекторы преодолеют почти 150 километров маршрутов, пролегающих в пределах мест обитания краснокнижных кошек. Это южная и центральная части охраняемой территории. Обследовать ее будут тщательно, важно ничего не упустить. Сейчас для большого перехода сотрудники оперативной группы готовят лошадей. Обрабатывают раны, если такие есть, объезжают их и подковывают. Работы у гривастых впереди много. Они станут главными помощниками в длительном преодолении преград и труднопроходимых участков. Отметим, экспедиция состоится в рамках проекта, реализуемого при поддержке Межрегиональной ассоциации «Ирбис».